И я вас всех приветствую в этом утреннем дне, прекрасном дне, и желаю, чтобы он у вас прошел просто отлично. И сейчас мы с вами зарядимся смехоэнергией и сделаем несколько для этого таких ярких, классных упражнений. Да? И для тех, кто меня не знает, меня зовут Иванова Лариса, я тренер по йоге смеха. Сейчас уже не только по йоге смеха, потому что сделала целую творческую мастерскую, куда включаю и нейрогимнастику, и смехотанцы, и пластику для королевской осанки, и многое-многое другое. Ну, давайте мы для начала возьмем охапку счастья, надуем животик, забеременеем радостью. Вдох. Плечи не поднимаем, плечи опущены. Выдох. Посмотрели в окошко с радостью, взяли вот это вот энергию природы. Вдох и задержим. Задержали, задержали. Улыбаемся обязательно, пропитываем каждую клеточку нашего организма радостью, счастьем, любовью. Задержали, задержали. И выдох, любовь, благодарность. И еще раз вдох. Задержали, 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 задержали. Можно немножечко вот так вот побултыхать, чтобы все хорошо у нас везде распространилось. Выдох. Хорошо, молодцы. И напоминаю правила смеха. И первое правило важное, о котором часто забывают, это то, что все-таки мы стараемся дышать низом живота. Да, вдох. Забеременели, выдох. Вдох. Вот так нельзя стоять на фотографиях, да, вот так нельзя выходить на сцену. И везде, где вы должны быть презентабельно, мы делаем выдох. И вот такие стройно, с подтянутыми животиками, да, при этом плечи не поднимаем, да, и у нас вот такие хорошие, плоские животы и талии, да, и тренируем их. Следующее правило, конечно же, я сказала, это мы надеваем улыбку. Вот как очки мы надеваем, да, только надеваем улыбку. И все, не снимаем ее. Мы с ней ходим, мы с этой улыбкой общаемся, знакомимся, здороваемся, говорим людям комплименты и, конечно, проводим смехозарядку. Да, открываем рот мы широко, чтобы у нас полностью был выдох. Широко и громко, да. И давайте сейчас возьмем два вот таких вот смеха. Вот таких вот. Цветные смехошарики. И мы сейчас громко, широко открыв рот, посмеемся. А начнем с того, что мы скажем: да, кто молодец, кто герой, кто лидер? Ты скажи: да! Шире, шире, шире рот и долго-долго смеемся. Вдох, кто молодец, скажи: я! И вдох мы берем, когда уже полностью у нас вышел выдох, да? Поэтому, когда мы смеемся голосом, у нас голос заканчивается, но у нас еще остается воздух, и мы выдыхаем уже беззвучно, да? Давайте сейчас сделаем вдох, громко, долго смеемся, и когда нет воздуха, мы еще продолжаем выдыхать. Вдох. И вот смотрите, вот тогда у нас полностью раскрываются легкие, когда мы полностью из себя все выдавили. И потом объем легких гораздо увеличивается, и уже вместо 1 литра, как при обычном смехе, у нас легкие распахиваются, надуваются, как парашюты, и у нас 4 и более литра. И вот так мы развиваем наши легкие, они у нас лучше работают, и вообще мы гоняем наше кровообращение.
Кровь жизни, которая несет кислород ко всем нашим органам. И кислород для жизнедеятельности человека – это номер один. Да. И давайте мы сейчас развернем плечики, да, и встанем на носочки, и потянемся, потянемся, потянемся. И немножечко вот так вот телом разомнемся, разомнемся, да. И когда мы двигаемся, конечно, на носочках стоять сложнее. Добавляем еще смех. И двигаемся, двигаемся, да. Вот по-разному, представьте, что на вас ветерочек дует, а вы такая легкая тростиночка, вот такой колосочек. Тянемся, тянемся, тянемся. И вдруг солнышко нам протянуло свой лучик, да. И мы открываем ротик, смеемся, наполняемся этим солнечным светом. И продолжаем тянуться на носочках. Напитываемся солнышком. И сами становимся как солнышки и играем лучиками. Хорошо, хорошо. Прекрасное смеха солнышки, да. А теперь тянемся к этой пальме и будем срывать такие экзотические плоды, бананы, кокосы, может, кто-то еще что-то. Вот такая волшебная пальма. И мы тянемся, 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 тянемся. Тянемся, тянемся. И банан. И чистим. А это смеха банан. Кушаем и смеемся. Как у нас разливается. И каждая клеточка тоже смеется. Еще потянемся. И еще потянемся. Тянемся, 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 тянемся. Ой, такой маленький бананчик. Ну-ка попробуем, какой на вкус. Чистим. Пробуем. А он кислый, как лимончик. Потянемся, еще потянемся, потянемся. Да, тянемся, тянемся. О, что-то пошло, круглое схватили. Бу-бу, кокос. И мы его рубим, да, и пьем. Смеемся на букву О. И себя еще поливаем, да. Ой, а это такой не просто смех, а коктейль, это молодец. Молодости и красоты, бивает, все хорошо, хорошо. И наши волосы густые, наши волосы шелковые, красивые, да.
И как крем вбиваем тоже, да. И делаем массаж наших личиков, красивых, молодых, да. И с каждым днем, с каждой улыбкой лицо расцветает, морщинки исчезают, да. Вот такой дождик делаем, да. И наши подбородочки вот так проработаем. Нет никаких вторых подбородков, да, красивого лица, и улыбками, и смехом мы прокачиваем мышцы, да, наверх прокачиваем мышцы, да. И вот такими слегка щипковыми движениями делаем изнутри наружу. И овалы чуть выше, да. И когда смеемся, наши щечки поднимаются, они прокачиваются наверх, да. Переносится, да, переносится обязательно, смеемся. И говорю, какая красивая, да. Делайте себе комплименты. И вот так пальчиками. Ой, какая умница, какая молодец, какая красавица, какая хорошенькая, да. Лобик наш разгладили. Мой лобик красивый, да, мой лобик гладенький. Моя кожа эластичная, молодая, да. Вот так похвалили себя. И ушки. Ушки мои, ушки, ушки. Стираем спиртоцель по нашему телу, вот такой, смеха кокосовый, да. Молотили, растираем хорошо вот все места, да. И попростукиваем. Кто лидер, скажи, я. Точка лидера. Кинг-конга сделали. Я победоносный. Я. Растирали обязательно вот эти мышцы. Обязательно нужно растирать, чтобы здесь не было застоя. Да. И чтобы на фотографиях тоже ничего, и когда платьице летом сарафанчики носим, чтобы ничего не обвисало. Так, хорошо. Локоточек немножечко вот так потянули. Да, и назад. Молодцы. Другой локоточек. И назад. Так, и вот так теперь. И другой локоточек. Хорошо. Хорошо. Животик наверх. Наверх. Все поднимаем. Да. А побежали с вами в океан. Давайте, побежали, побежали, побежали. И бум, и водичку, и прыгаем. Смеемся, у нас тоже мышцы работают. О, молодцы. Ну что, поплыли? Плывем, по-лягушачьи смеемся. Ха-х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 а-
А теперь про собачье. А теперь вот так. И... Теперь на спине плывем. И двумя руками. Плывем на спине, откинулись назад и двумя руками работаем. И легли, взялись за ручки, легли кружочек. И ножками работаем. И делаем трясочку ножками. Ножками трясем, трясем, трясем. Бьем так прям по водичке. Ой, хорошо, хорошо, да, лучше день, лучше день, да. Держим, 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 держим. И еще раз, вдох. Выдох. А сейчас мы с вами будем плыть под водой и любоваться рыбками, да? Одеваем вот такие очки. И делаем глубокий вдох. И будем плыть столько, сколько у нас хватит воздуха. Когда воздуха нет, прям под водой смеемся и бульбы пускаем. Приготовились нырять. И вдох, и плывем. И пульбы пускай. Долго сейчас пульбы. Долго. Еще плывем. Вдох. А здесь такая красивая рыбка. И мы смеемся. Приветствую, рыбка. А здесь такая черепаха. Она к нам подплыла, мы ногу перекидываем на нее. И поплыли на черепахе. А навстречу нам скат, и мы говорим: привет, скат! И морские ежики, цветные рыбки, и какие красивые кораллы, ух ты! Какой красивый подводный мир, да. И мы делаем вдох, вдох благодарности, счастья этому миру, этой природе, этому океану, всем морским жителям, всем надземным жителям, всем людям, да. Еще раз вдох благодарности, я благодарю тебя, Вселенная, благодарю этот мир, вдох. Благодарю тебя, Всевышний. Ты так благодарность. И еще раз вдох. Немножечко потянемся, потянемся, включаем смех. Растягиваем, растягиваем спинку, зависли. И под собственной тяжестью тянемся, тянемся, тянемся. И в другую сторону. Да, растягиваем, растягиваем нашу спинку, да. Ха-ха-ха.
Вперед, немножечко потянемся вперед, да, спинка прогнута. И теперь сбросили и тянемся кончиками пальцев, кончиком ножек. Тянемся вниз и растягиваемся, зависли. Зависли, прям тянемся, тянемся вниз. Тянемся, тянемся, тянемся. Ножки ровные, кто сколько может, главное коленки не сгибать. Не сгибаем коленку. Хорошо, назад потянулись. Да, вот такое колечко назад сделали. Хорошо, молодцы. И показали вот такую волну, как мы сейчас видим, да, и для этого нам нужно что сделать? Округлиться, вот, сутулились, округлили, спинка круглая, и подныриваем, подныриваем, и голова у нас, и спинка по очереди выныривает, и откатились, откатились, и закатываемся, закатываемся. Вот так прорабатываем спинку, каждый позвоночек. И еще раз. И... Округляем, округляем. Поднырнули как по планочку. И вынырнули, откатилась волна. Да, вот так. И поехали в рулончик. Прям за... вот так закручиваемся, закручиваемся. И выныривает отдельно голова, потом плечи, да, каждый позвоночек, и откатились, да. А теперь обратно с прогнутой спинкой. Наклоняемся сколько можем. И сбросили. С прогнутой спинкой сколько можем, наклоняемся, наклоняемся, смеемся. И округлили спинку, сбросили. И раскручиваемся. Из круглой спинки раскручиваемся. Еще. Раскручиваемся, да, вот так. Приветствуем океан. Еще. И молодцы, молодцы, да. И теперь боковая волна. Вот таким образом. Приготовились. Голова к плечу. И таз отходит сюда, голова выныривает. И в другую сторону подныриваем. Раз, таз здесь. И идем вот сейчас по направлению. Голова к тазу тянется. Да, таз уходит в другую сторону. И раз. Руки можете, как вам удобно держать. Вот. Или на таз положите, помогаете, надавливаете прям. Молодцы, молодцы, хорошо. Ну и сейчас мы с вами, так как мы находимся возле океана, практически на острове, и мы с вами потанцуем танец Чонга-чанга! Приготовились! И сейчас импровизируем, танцуем. И у нас танцуют и смеются наши почки, наши селезенки, наши сердечки, да. Все-все внутренние органы, да. Давайте сейчас немножечко сделаем такую трясочку. Да, вот такую трясочку делаем ножками. То есть у нас ножки так хорошо-хорошо вибрируют. И мы работаем тазом. И у нас и животик трясется, да. Да, вот такая вот трясочка. И по кругу. Встряхиваемся. И как будто, знаете, собачка вот вышла из воды, да, она такая встряхивается вся. И вот мы сейчас полностью всем телом встряхиваемся. И у нас и ножки работают, и ушки работают, да, и хвостиками потрясли. И движения, такие интересные, разные. Ha 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 ha
Рождество, чунга-чанга, лето круглый год. Чунга-чанга, песня поет. Чунга-чанга, песня живет. И прыгаем мы танцуем, чудо-остров, жить на нем легко и просто. Жить на нем легко и просто, чунга-чанга. Наше счастье постоянно. Жуй кокосы, ешь бананы, жуй кокосы, ешь бананы, чунга-чанга. И каждый танцует произвольно, как хочет, как душа просит. И, конечно же, смеемся. Да, хорошо, хорошо, да, лучший день, да, молодцы, молодцы, да. И берем такую катушку. А что же здесь такое? Давайте попробуем. Это мед! И заряжаемся таким природным смехопродуктом. И вдруг я увидела вот такой инструмент, аккордеон, а это такая вот смехосумка, да, и мы начинаем играть и разрабатываем наши пальчики. И здесь низкими, тоненькие. И смеемся на разные звуки. Разрабатываем пальчики обязательно, да. Кто молодец, сейчас пропоем я и перейдет смех, да. Кто молодец, кто умница, красавица, победитель, герой, триумфатор. Вдох, я, вдох. Кто молодцы? Вдох. Она зарядилась нашим смехом. И мы сами зарядились и от морской водички, и от природы. И солнышко мы сегодня впитывали в себя, питались его лучиками, да. И водичка все это знает. И пьем с радостью, с благодарностью. Ой, чудесный день, прекрасный день. Всем солнышко внутри. Всем отличного, продуктивного дня. Мудрости, гениальности, раскрытия своих творческих способностей. Обязательно, друзья, изучайте что-то новое. Потому что если вы все время делаете то, что вчера, новые нейронные связи не образовываются.
Только когда мы что-то новое изучаем, мы растем и развиваемся, да. Как ваше настроение? Во! Это кто тут у меня? Мои хорошие, смехолучики, смехосолнышки. Да что, побежали большое-большое обнимашко, друг друга обняли. Я вас обнимаю, друзья, всем любви, радости, счастья и отличного продуктивного дня. До новых встреч! Можете выйти погулять, да, понаслаждайтесь. Благодарю. Я вас благодарю. И каждый день 9 утра. Благодарю.